Так, ну мы выехали с Семииза. Едем дальше по ЮБК. Там такие улочки были очень узкие. Я Свете говорю, засними, но она не хотела. Там, в общем, выезжали, наверх поднимались. Ялтинский лук продают. Ну, местные здесь гоняют все очень быстро. Мы сильно не гоним. 50-60. Света, ну как впечатление о Семиизе? Что скажешь? Отлично. Да? Отлично. Маски подарила, поплавала. Нормально. Очень узкие. Да? Очень волновалась. Очень узкие дороги? Да. Я боялась, что мы не выйдем. Вон впереди мыс Форос. Там дача Горбачева была, он там отдыхал. На Форосе. Не дураки были, знали, где отдыхать, да? А мы знали еще лучше. Севастополь 49. Мы едем на Форос и на пляж Баунти. 70 километров, не нарушаем. Дороги хорошие, новые. Мрия, вот он. Вот этот хороший, красивый отель Мрия. Как цветок. Он там находится. Который отреставрировали. Он очень красивый. Я не знаю, будет его видно или нет. Впереди горы. Так вот как-то.